Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина, и по многочисленным просьбам наших подписчиков мы будем готовить картошку фри в мультиварке. Для этого нам потребуется картошка и растительное масло для жарки. Итак, для начала мы почистили картошку и порежем ее мелкими брусочками. Бруски должны быть не очень мелкие, то есть в толщину где-то около сантиметра. Так, и теперь мы их так нарезаем всю картошку. Картошку мы порезали. Теперь ее необходимо опустить в холодную воду минут на 10-15, чтобы лишний крахмал вышел. Для картошки фри мы используем старый картофель, свежий молодой, он не подойдет. То есть сейчас мы картофель заливаем холодной водой. В это время наливаем в мультиварку масло и ставим на разогрев. Я налила масло, у меня где-то ушло здесь половина бутылки, то есть пол-литра. Налила до уровня, где только начинается деление, разгранулировка. То есть тут циферка 2 идет. Так как у нас будет жариться картошка прямо непосредственно в масле, и доставать я ее буду в шумовкой, поэтому очень большого количества масла нам не надо. Итак, выбираю меню, включаю режим жарка. Сразу добавляю время. Где-то минут 35-40. И нажимаю кнопку старт, жду, когда масло нагреется. В это время у меня пока картофель находится в воде. Итак, мультиварка нагрелась. Сейчас картошку мы достанем. Ее необходимо обсушить на бумажных полотенцах или салфетках. После чего мы опустим ее сразу в масло. То есть выкладываем, просушиваем и опускаем небольшими порциями, чтобы каждый картофель обжаривался отдельно, сразу в масло. Готовый картофель мы будем выкладывать тоже на бумажное полотенце. Итак, теперь шумовкой опускаем картофель прямо в масло. В масле он будет жариться где-то 10-15 минут. Прошло 15 минут. Достаем картошку на салфетке. Дадим ей, чтобы жир стек, после чего посолим. Если у вас мультиварка предусматривает режим жарки больше, чем 160 градусов, можно температуру увеличить. Так, сушим следующее. И снова обжариваем. Чтобы картошка стала более желтенькой жареной, мы обжариваем ее на второй раз. Буквально на 3 минуты отправляем ее снова на обжарку. А у вас получится вот такого цвета, красивого, золотистого. Не больше 3 минут второй раз. Прошло 3 минуты, достаем. Как только сейчас масло с картошки течет все, картошка обсушится, мы ее посолим. Итак, прошло пару минут, лишнее масло у нас стекло. И посыпаем солью.
также сверху слегка всю картошку. Посыпаю картошку, пока она лежит на бумажных полотенцах, чтобы потом уже ее можно было взять и переложить на обычную тарелку. Картошка фри готова. Приятного аппетита! Если вам понравился мой рецепт, не забывайте ставить лайк. И до новых встреч!